to the rice fields, motherfucker! Итак, это снова Сталкер на сложности мастер. Мы продолжаем с того же места, где остановились в прошлый раз. Это у нас такое мини-депо с артефактами. Но мы уже все собрали и идем сейчас на выход. У нас задание сейчас, по-моему, в бар, да, попасть? Да. Да, бармен несет документы с агропрома. И главное сейчас живыми выбраться, блядь, из этой дыры ебаной. Там нас вояки уже ждут. Кто смотрел, те помнят, чем там все закончилось. Ничего, сейчас получит пизды, и мы благополучно отсюда съебнем. Давай попробуем. Вдруг получится. Да не то, что вдруг получится, оно обязано получиться. Чё за хуйня? Об дерево. А, сука. Дерево. Ложись, граната, ты дерево еще, блядь, не кинул ее даже, чтобы он выебывался. Один звук от гранаты. Слоупок, слышь? Враг, блядь. Ага. Через 2 минуты. Минус все. Минус все, технично. Такс. Это будет такс. Надо убрать, мешают они мне. Слишком уж их много. Много. Но мы сейчас стволом же не пользуемся. Не, очень редко. Ну и нахуй он идет. Я вообще не понимаю, что ты калашей набрал себе. Выбрось их нахуй. И все. А вдруг там патроны будут? Перегрузу, в принципе. Ну ты просто сразу их разряжай, да выбрасывай. А бакан штурмовой. Смотри, че. Случайно попался? Да, вот у этого был. Чувака. Я говорю, что-то какие-то, блядь, подкованные стали бандиты здесь попадаться. Какие-то элита, блядь. Богов жалко нет. Да и нахуй не нужны. Хотя не, нужны, пригодятся. В нужный момент, блядь, Вок спасал. Он решает. Ладно, идем дальше. Сейчас, если не ошибаюсь, опять бандиты тут начнут. Они здесь респятся бесконечно, поэтому, наверное, будет лучше пробежать. Пробежать, тем более, даже не через ангар. Да, я понял. А либо слева, либо справа. Опять, ведь, сука, не успел появиться, блядь, ты побитый весь, как собака, возвращаешься, блядь, с этого ебаного агропрома, тебе уже здесь прям встречают тем, что ты должен помогать этим ссаным бесполезным сталкерам, которые отбить свой ссаный ангар не могут уже. Да. Здесь эта битва, знаешь, вечная битва добра и зла здесь происходит, вот, блядь, это ебаный абсурд, просто ебаный абсурд. Ну, гондурасы уже, ну, все началось. Пошел движ, блядь. Но благо у них здесь оружие такое себе. Да и вообще... Хотя нет, калаши. После агропрома, не знаю, нет вообще смысла с ними драться. Хочется просто съебаться и посидеть в баре, вот серьезно. Но никак не видеть эти рожи, блядь, опять там. Кондёха веселее, блядь. Я сейчас с радостью отсиделся. Кондёха веселее, блядь, заходи сбоку, заходи. Все вот это говно, слышите, уже надоело. Че, сдох, что ли? Железные головы, блядь. Просто на поражение, да, ебаш? На подавление, считай. Да. Араб, да дело. Но он действует так же, как ты, блядь. Вы вот дуболомы, блядь. Не прячьтесь, а просто стоите и хуярите друг друга в ебало. Весело? Ну это пиздец, это. Тактика уровень бог называется. Здесь, кстати, тоже какие-то ништяки были, но у нас, по-моему, не помечено, да, не помечено. Да, не помечено. Тут уже какая-то макруха, блядь, происходит. Зато ты теперь технично действуешь и им в спину заходишь, да? Не все же им так поступать постоянно. Именно. Вот ты сейчас случайно своих заденешь, и они к тебе враждебно будут относиться. Печать. Не взлюбят тебя здесь. Хотя ты доброе дело хотел сделать. Ах ты, блядь. Они сзади, что ли, еще? Возможно. То, что реально там он сзади показывал. Читернул просто.
Ну как это так? Вот говорю, блядь, это место хочется просто проскочить, нахуй. Но никак с ними не биться здесь. Потому что гандон, они еще те. А давай так и сделаем, просто прибежим. Ча! Камапуля там завелся свой местный. Да. Бандитский, блядь. Ох, между собой, слышь? Ебать. Вай-вай-вай-вай. Беги, Форест, беги. Чисто. Под ковшом, что ли? Движух. Да. А вот, вот не под ковшом, вот здесь. Рисковал зря. Да ладно, что там? И, по-моему, бронебойные, да, патроны для... Да, это бронебойные. Ты, ну ты понял меня, короче. Для гадюки. Да, да, да. Или для... Пистолетов. Беретта. Мой любимый пистолет. Ну там помимо него еще к какому-то, по-моему, подходит. По-моему, только Беретти. А чё ты с ружьишком-то решил? А, здесь типа это животина бегает, что ли? Да, да, да. Сейчас отбиваться от животины придется. Всем прием. Говорится, стало долго. Всем привет. Почему все такие бесполезные, блядь? Без просят помощи. Одного человека, блядь, помочь ему затащить вот это говно. Признательность нашей стороны гарантируем. Слово долга. Говно ваше слово, Илья Брест. Ебать. Полчище дерьма, блядь. Суки. Суки. Просто блочат. В смысле платить? Я не буду больше платить. Да им просто охуевший. Платить им еще. А там бабки им тоже отдаешь? Нет. А чё они выебываются? Да потому что они охуевшие. Ненавижу долг. Рыд твой ебал. Скажи ему. Рвали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Награду? Какую награду? Чё же он не дал никакую награду? Или бармен даст награду? Бармен может дать. Всё, слишком долго мы, блядь, циклились на ссаных свалках, блядь, агропромах. Теперь хоть вот дело наше продлится. Да. Продвижение хоть какое-то чувствуется вперед, блядь. Ой, здесь тоже сейчас какой-то микромахач будет с животиной. Еще псевдособака он уже бегает, блядь. Да, да, да. А этот хуй здесь с самого начала лежит, да? Этот, да. Декорация, блядь. Игорек лысый. Сохранимся и пойдем вперед. Слушай, их там много. Может пробежать, там как раз долговская застава, и с ними, ну, хотя бы махач начнешь. Ну вот сейчас перебьем их и вернешься, нет? А вдруг не перебьем? Перебьем. Вдруг они не побежат. Они сагрятся на тебя и побегут за тобой. Все, бежим. Вот ты не самое лучшее место выбрал. Нормально. Вот пускай они на Коле прыгают. Тихо. Где он? Вот он. Все, идем. Нормально. Красиво было. Я бы посмотрел на это со стороны, как бежит чувак с огромной кучей хабара, пьет какой-нибудь адреналин раш, да, на, прям на ходу, и у него силы прям, знаешь, прям прибавляются силы, глаза загораются, да, прям огонек в глазах, да. Неестественный, энергия так и прет. Все, короче, там что-то какой-то хороший артефакт был, да, вот слизняк, крутичанник, а, кстати, слизь. Так, ожог, химожог. Не, вот, кстати, кровотечение надо, да. Идеально. Свободные сталкеры. Всё. Ветераны. Норм. Вливайтесь в ряды быстро. Наша общая цель и задача. Иди своей дорогой, сталк. Да что ты? Еще сейчас повторить, да? Серьезно? На нас лежит огромная ответственность. Сука, блядь.
Прям подряд. Сейчас будет повторять эту хуйню. Проходи, не задерживайся. Где можно выпить и закусить. Проходи, не задерживайся. А то мы не знали, знаешь? Сейчас задержимся, слышь? Будем стоять на него смотреть, в эту тупую харю, блядь. Может тебе пригодиться. Да вот, кстати, ни разу не пригодилась его информация, если честно. А чё за информация? Какую-нибудь очевидную хуйню расскажет за бабки за твоих, блядь. Да пошёл ты. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть... Никогда не доверяй людям в капюшонах. Принёс документы с агропрома. Да. Отличная работа, меченый. Спасибо. Значит так, по документам, которые ты принёс с агропрома... Ничего так. О, в лабораторию. Ну всё, да. Что нужно сделать? Получить... Ещё один комбинезон сталкер. Да, он по сюжету дает. Так, узнать. Не, ничего не хочу. Работа. Плоть, ломать мясо. Берусь. Я по поводу задания. Так, все. Научная аптечка, деньги, отлично. Есть что? Ночная звезда. Пошел ты. Даже была бы она, тебе не дал бы. Ну чё, это продаём тогда по Да нахуй он не нужен. Нахуй, всё нахуй. Вообще не пользуюсь этим. И эти бронебойные тоже продай, наверное. Или ты ждёшь под пистолет? Под пистолет, да. Может даже ещё одну так купить. Так, чё ещё продать? Две колючки я продаю. Это тоже продаю. Так, она радиацию помешает. Кстати, продай дерьмо на самом деле. Вот нет, нет смысла вот его носить. Ломать мясо тоже не нужен. Не нужен. На всякий случай оставлю одну. Восемь штук. Ну вот они и создают этот перегруз, да. Ну ничего, нормально так на 37 кусков. Охуенно. Сразу на будущее куплю. Моей пушечки. Ну и все. Охуенно наварились. И что же он за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? До встречи. Информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Заранее? Как ты у меня всегда есть кое-что. Ну да. Так, и вот так. Это будет такс. Идеально. Сейчас что, лаборатория? Сейчас лаборатория. Пробраться на базу, на какую базу? А, на базу бандитов? Да. Понял. Будем арену проходить сейчас? Да нахуй она не нужна. Если будем, то потом, наверное. Понял. Она же не сюжетная. Просто не. Развлечение, блядь. Да? А ты куда? Да никуда. Нам же в другую сторону. Лабораторию. А, что? Точно. Через свалку. Да, через заставу долго. Я что-то у меня перемешалось. Мне показалось, что через темную долину. Не, через темную долину еще не скоро. Не, скоро, конечно, вот после этого. Здесь все собрал? Да. Кроме собак. Жрут, блядь, пидры. Кого ты? Пробежимся? Да. Псы ебаные. Ну на них сейчас тоже нет смысла здесь оставаться. Пускай, блядь, здесь гниют нахуй в этом. Отшельники ебаном. Отстойники. Да. У нас более важные дела есть. Идти своей дорогой.
Это будет такс. Это будет такс. Ну, задерживаться нету смысла. Показалось, там кто-то есть. Конечно, там кто-то есть. Кто там еще может быть? Выноси бычье, блядь. Какая-то ебаная кучница. Расстояние там буквально 200 метров, блядь, и так его косит, блядь. Артефакт, ну, а чё справа. На мясо похоже. Собаки, блядь, сзади. Псевдо. Гравий? Кровь камни. Кровь камни. Камни. Ну, быстро пробежали, блядь, и правильно. Так, так вот каждый раз, сука, и надо делать. Нехуй, блядь, цикаться на этих гондон. Они просто нас уводят от нужных нам дел. И лишние траты боеприпас. Это вот в первую очередь. Дай угадаю. Помоги мне, сталкер. Я тупой долговец, который не может справиться с своими обязанностями. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. На глаза мне больше не попадайся. Типичная история. Военизированный, блядь, долговец и ноунейм сталкер, который базу бандитов выносит в одну ряху, блядь. Просто пиздец. Да. Поможешь, буду благодарен. Долги в долги. Ну пойдем. Ланнистер, который всегда платит свои долги. Пуля дура, штык молодец. Пуля. Кама пуля. А, это он, что ли? Ша! Орал на свалке. Может быть. И он, кстати, вот прицел даст. Вот этот. А, ПСО который? Да. Ну он, да, пригодится. Смотри, там два артефакта было прямо, ух. Беги, собирай. Да пососный. Да чё за этим гондоном бежать, блядь? Он тупой. Ты все равно, даже если вот их возьмешь и вернешься их в три, блядь. Ты все равно его догонишь. Опа, это душа. Четыре. Там, по-моему. Или там костер просто. Да, душа. Здоровье плюс 600. Сними что-нибудь говно и одень, нет? А зачем оно мне? Там сзади костер был или еще один артефакт? Костер. Не, мне душа, кстати, это не нужна. Еще что ли? Два. Аж, блядь. Бенгальский огонь. Чё-то вообще прям, блядь, дико на них везет. Чё за хуйня-то? Вносливость 73. Вау. А если их два одеть, прикол какой будет, а? У меня выносливость не будет кончаться, можно. Сука, это реально охуенно. Еще один лежит. Только там хуй знает что. Какой-нибудь огненный шар очередной. А, нет, больше на... На выверт, похоже? Да, что-то в этом роде. Ща мы их. Долго ждать, слишком долго идут. Вот дал бы сейчас прицел ПСО, он вот именно сейчас нужен. Да. Какой-то он, блядь, вообще... Ну не шарит чувачок, что, блядь, вот это помогло бы в отбитии, блядь, его пацана. Расстреливай все, гранату вообще кинь туда нахуй, все. Ты же не любишь долго-то все равно. Ахуен. Ну сейчас как-то да, не в тему было бы сдохнуть. Как не в тему, а? Да как он так всегда? Кто орёт? А, кто-то в аномалию попал. Ну и лол. Он попал в аномалию. Лал, прям-ка, блядь, пиздец. Подбирай, чё это такое? Выверт. Ебучий выверт. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Пуля, да. Все сделал пуля. Но он, видишь, правильно сказал. Спасибо, вот его поблагодарим. Пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Поговорить не получится, извини, блядь. Заебись. Вообще за свои слова не отвечает, пацаны. Теперь я крутой.
А он, наверное, на самом заводе. Да. Да все, пойдем пиздить бандитов. А там еще это есть. В соседней будке сидит кровосос. Вот здесь. Да. Да. Сильное утверждение. Но проверять его не буду. Ну, было бы, блин, классно, наверное. А там, по-моему, что-нибудь особо не находишь, да? Не. Так чисто. Словить скримерок. Да. Ради разнообразия, ради веселья. Ради задора, ради бодрости духа. Чуваки, помогите! Меня порежат скоро! Че, серьезно? Стараюсь. Ничего не могу помочь. Извини. Ничего не обещаю, да? Да-да-да. Ну, пошли тогда, если хочешь. Ну, просто ради эксперимента. Если он меч не... Заодно, кстати, этих гандонов можно поснимать отсюда. Себя уже заметили, вроде как. Да. То он сам придет, его может туда загнать. Пускай он с контроллером пиздит. С кровососом. Ой, да, с кровососом. Кстати, смотри, там наверху как будто кто-то живой. Да, вот именно это и есть прикол. Я туда иду и смотрю, короче, ну первый раз как это было. Иду туда, вижу, кто-то живой. Думаю, ну может там свои. Анхуй. Это замануха. Помоги, брат. Ну да, да, видишь, помоги, брат. Помоги, брат. Я уже услышал. Так он уже сейчас под... Красиво. С двух выстрелов, кстати. Да. Куда пошел, блядь, чмо? Тебя сейчас там убьют. Тебя убьют, дурак. Не лезь, блядь, дебил. Да, это... Она тебя сожрет. Вот что ты нам не крикнул это, когда мы подходили тебе аптечку давать? А вот ты чмо, блядь. Только я бы своей задницей. Да, я бы на его месте. Брат. Я бы на его месте нам помог, а он, видишь, какая гнида, блядь. О. Чего-то такого мощного стреляли. Заметил? Рикошет был. Нет, не заметил. Или мне показалось, что так мощно. Опа. Даже зашел и не заметил. Сколько вас тут? Много, да? Да, их там прилично. Вот с вышки бы как раз их поснимать по чуть-чуть. Я тут. Походу, во время вот этой анимации боли они почти неуязвимы. Только, наверное, в голову. Да даже в голову. Им может урон-то проходит, но не выглядит так, что как будто ты в них попадаешь. Где вы, блядь? Бляди. Так, вроде сдох. Еще один где? Теперь ты и сдох. Степу студента замучили здесь, а пацан с колбасой лежал, мог бы выжить. Его просто захуели. Убили, наверное, да. Мрази. Долго сообразил. Не сразу, сука, до него дошло. Смотри, за там какой... Видел. На кончиках пальцев у него... Стелс. На кончиках пальцев. Держите лимонку, суки. Чурбаны! Или чуханы, что он крикнул? Чушпаны. У меня просто звук со взрывом перемешал. Смотри, как красиво поставил пушку свою к двери. Ага. Сейфик. Ствол нормальный. Ствол хороший. Сиксаур, да, который?
Ой, хрен его знает, как он тут называется. И там артефакт был, по-моему, слева. Да, вон. Ну, артефакт вроде такой себе. Два их там даже. Да нам-то что, на продажу, нормально. Грави да выверт. На продажу сойдет, само то. Кстати, только так легко с артефактами только в первой части. Да что-то совсем легко, вот я, по-моему, такого ажиотажа не видел. Во второй части такой себе. Там их сложно находить. Здесь что-то совсем, вот именно в нашем прохождении. Может, из-за уровня сложности так. Я потому что себя не помню такого ажиотажа. Типа, чем больше уровень сложности... Тем больше артефактов может быть, да. Может, как-то это так работает, баланс. Не знаю, не замечал такого. Это я только такое замечал в Fallout 4. Чем больше у тебя уровень сложности, тем больше шанс встретить легендарных противников, которые тебе дадут. Ну это да, да. Легендарный шмот. Прям в бошку же, блядь. Красиво. Ох ты, сколько их тут. Сразу все появилось. Распизделись-то, слышишь? Да-да-да, только появились и сразу распиздели. Петушатник раскукарекался, блядь, как резко. Так... Это бред какой. Только нам колеса катит. Так серию назовем. Разъёб петушатник, нормально? Ну да. Какие они, блядь, зоркие, это пиздец. Ну это даже нам на руку сейчас. Что-то фонит. Здесь всегда фонит, здесь вообще все здание фонит. Так, надо. Смотри, а сейчас ни одного. Они типа... Блядь, сука, нахуй, ты мне, пидор, испугал. Они типа свои датчики отключают, что ли? Да нет, сейчас опять появились. Вы, суки. Еще один приседалец. Ща мы его зарежем. Езжи. Вот так вот. Как звали-то его? Аркаша косой. Это тебя и погубило. То, что ты был недостаточно меткий. Да, недостаточно меткий. Откровенно написано, что косой был. Это будет такс. Это смотри, будет... они... Это будет даже очень такс. Они все не кончаются. Только что. Сколько их перебило, опять 12. Ну что-то их тут совсем много. А, ну на первом этаже еще, да. Не-не-не, все правильно, столько и было. А тут Боров, да? Погоди, до Борова, там еще много народа. Много народа, зря ты сюда полез. Я вижу, что зря. Там на лестнице сидят. Вон он. Руку видно через стену. Не мандражуй, пацаны. Он не туда упал. Ну там кто внизу сидел, там у пизда. Тоби пизда. Не мандражуй, пацаны. Ага. Он заполз туда в комнату. Да смотри, что. Смотри, ну, сзади кто-нибудь может подойти. А, не потому что на первом этаже тоже есть. Конечно, попали, еще в тебя не попали. Удивляется он. Смотри, смотри, смотри. Сейчас он выползет. Хотя вряд ли он может оббегать пойти. Он же типа... Он может. Он типа бог. Бог тактики. Так, осталось четверо.
О, сам Боров, блядь, вышел. На разборку-то. Главпетух этого отряда, блядь. Отряд петухов. Смотри, они сейчас на место смерти могут набежать. Могут. Они, скорее всего, так и сделают. Колбаса тактическая. А расстреливай эти замки. Не работает разве? Нет. Жало. Так, ну расслабляться все равно не надо. Ключ-то взял? Да. Съебаться с базы бандитов. Ну, грубо говоря, задание так звучит. Тёмка Панк. Мы еще хуя одного не освободили. А Коля Пистон. Он Пистон, кстати, был. Вот тебе отсылка. Боди Гнилой. Отсылка к чему? Пистон. А, и здесь у них еще оружейная комната. Да-да-да. О, блядь, они здесь нахуй. Петушиный угол себе устроили, блядь, слышь? Надо пойти сохранить. Здесь тоже могут тусоваться. Смотри, сейчас тело вылезет. Наверное, хорошо, что ты сохранился сейчас. Очень хорошо. Очень. Ебать. Пацаны. Еще один. Да. И он меня видит. И он, походу, идет на улицу. Здесь? Вот он сейчас прям стрелял, да? Ну, хуй с ним. Погоди, не расслабляйся, это не точно. А он дверь сможет открыть? Не знаю, но мы услышим, по крайней мере. Открой канистру. Ну, баллон. Открой канистру. В баллонах всегда самые ништяки лежат. А, и обязательно нужно его это, ножом. Ножом, да? Конечно, ну а как его откроешь? Эти же вон ящики ты же открываешь ножом. Тут тот же принцип. Такс. Вот, кстати, тоже канистры. Орёт. Живой. Просто орёт. Выебывается? Выебывается. Он где-то здесь. Ладно, пошли освободим сталкер. Бедняжку долговца. Беспомощного бедняжку долговца. Мы не поможем, никто не поможет. На, ну вот он. Теперь понятно где он. И с топовым артефактом. На выносливость. А вместо чего можно его? Чё ж будет, если ты два поставишь? Давай слизняка уберем. Смотри, как быстро восстанавливается. Даже когда идешь, восстанавливается. Эй, сталкер, помоги! Открой кнопку надо нажать. Клетку. Пульт управления находится на стене. Все. Спасибо, Кашу. Друг. Лохматый. Я твой должник. Когда мы уже забрали ключ, он нам только, блядь, слоупочную инфу рассказывает. Да. Кстати, мог в окно выпрыгнуть. Зачем тебе бегать? Ты серьезно? Да. Вон окно прямо напротив, да. Ну, сука, не допрыгнул. Нет, не могу. Ебать, а чё сейчас-то кончился как резко? Не знаю, просто прыгаю, потому что... А, вон, видишь, перегруз. А, это ещё она, получается, хорошо кончилась? Да. А мы можем зарядиться. На случай важных переговоров. И это облегчает? Вес меньше становится? Нет. Так же. Там, кстати, был тайник. Мы не собрали его. Да и хуй с ним.
Так-то нормально. Смотри, бегу и не кончается. Да, так-то нормально, просто там еще больше ништяков будет. Мы в этой серии успеем лабораторию пройти? Ну, скорее можем к двери подойти, наверное. Ну да, тогда зайдем в лабораторию. А следующая серия именно смотри, только... Тут целых три тайника. Вот эти тайники соберем. Здесь смотри народу сколько еще при этом. Да 7. Мы пробиться-то успеем? Успеем. Здесь вояки, да, по-моему? А, не, бандит. Повалили фраера, блядь. И вас всех завалили. Они что, прямо у самого входа, что ли, там? Да, могут. Я думаю, здесь где-нибудь. Везде. И ты в том здании в соседнем они везде сидят. И сейчас они сюда пойдут на звук смерти. Как знаешь, зомби идут на запах смерти. Вот это тот же принцип. Да смотри, чё. Блять, они бессмертное говно очередное. И не то, что они бессмертны, а клинит оружие. Да клинит уж хуй с ним. Им что-то много слишком патронов проходит в этом, блядь, саной куртке вот этой бандитской, блядь. Она же да не держит нет, нихуя. Быстро. Дохнут как чушпаны. Такс, где-то здесь. Может ниже? Или выше? Да, скорее всего выше. Но это не точно. Но это не точно. А вот, смотри, ящики же были. Где? Везде вокруг тебя. Или они бутафорские? Сука. Они неоткрываемые. Так, надеюсь, здесь нет радиации. Адовый. Здесь и не пройти. А куда ты хотел? Ну, за этим, за хабаром. Это, скорее всего, на крыше даже где-нибудь. Сомневаюсь. Это, скорее всего, здесь где-то. В люке? В трубе? О, вон там. Видишь? Или... Да. Вот он. Слизь и патроны. Бронебойные. Да. Не, это... Ну да, одно и то же. Дальше у нас вот здесь вот. Тут их тоже, блять. Сука. Мох ебучий. Не, ну два пока это хуйня. Два их-то развалим вообще от них. Да они орут, блять, откуда-то. Они их даже, сука, они тебя не видят. Наверху, скорее всего, они. Ничего полезного. Ну, хотя если только пожрать можно. Все полезно, что в рот полезло. Как ты с водкой кощунственно-то поступаешь? Мы за ЗОЖ. Ох ты, сука. Да, здесь с этим все сложно. Но можно. Да, можно. РПГ. Красиво ты сейчас сделал. Сам, кстати, не ожидал. Сам в ахуе. Я что-то тоже никогда такой способ не пользовал. Да катит. Сам иди сюда, сейчас пизды получишь. Он наверху или внизу? Везде. Везде. Блять, нигде что-то нет. Да. Перепрыгнуть бы, сука. Опа. Так можно было там через дверь пройти, да, получается? Можно. Но не нужно. Долгий. Чувачок. Да скорее всего ниже. А, во. Все полезное. Один хуеплет, да, остался? Да. Я думаю, мы с ним уже не встретимся. Ох, кто это такой? Разработчик-нибудь.
Чё-то никогда не замечал эту фотку. Я тоже первый раз. Чё, погнали. Он, скорее всего, там около входа сидит. Блять, буду так и есть. Да. Чё? Да, да. Он там всегда и сидел. Ну и получается, что, дальше лаборатория у нас, да, уже? Да. И на этом, я думаю, можно закончить. Да, лаборатория будет в следующей серии, поэтому всем пока.